Сегодня после завершения реставрационных работ состоялось официальное открытие кладбища Кырхляр. В мероприятии принял участие полномочный представитель муфтията Республики Дагестан в Южном Дагестане Хусейн Гаджиев, государственный секретарь Республики Дагестан Хизри Абакаров, жена Сулеймана Керимова Фируза Керимова, глава города Дербент Рустамбек Пирмагомедов, председатель совета имамов города Дербент Абдулла Маликов, общественные и религиозные деятели. То, что Дербент является отправной точкой распространения ислама в России, это исторический факт. Очень хотелось бы сказать слова благодарности представителям духовенства и служителям зиарата. Пусть берекет этого зиарата хранит и оберегает жителей города, дагестанцев и всех мусульман мира. Аминь. Поздравляю всех с завершением работ, а также хочу еще раз поблагодарить Фирузу Назимову за ее участие в жизни города, за то, что она поддерживает жителей города. Поблагодарить подрядчиков, духовенство и жителей города за то, что они активно участвовали в работах, проводимых на кладбище Кырхляр, результаты которых мы сегодня видим. И альхамдулиллях, Аллах Всевышний, Аллах, то, что именно в нашем городе Дербент есть такие люди похоронены. И я думаю, самое лучшее милостыня, которое человек расходует, это расходовать на такое место, где похоронены одни из самых лучших людей. Реставрационные работы были начаты по инициативе нашего земляка, мецената Сулеймана Керимова. Хизри Магомедович и Рустамбек Садриддинович наградили Фирузу Керимову медалью «Достояние Дербента». Эта медаль вручается за большой вклад в развитие инфраструктуры города Дербент. После торжественной части присутствующие совершили зиарат к могилам сподвижников пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Значимость зиарата Кырхляр, огромные масштабы ее огромные, потому что зиарат известный во всем мире, сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это лучшие люди после пророков. Поэтому хотелось бы выразить от лица муфтията благодарность Фирузе Керимовой, супруге мецената Сулеймана Керимова, за то, что поддержала эту идею, помогла ее реализовать. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.